Ну зачем вы это делаете? Все это несчастный случай, он убил меня. Нет, это был намеренный убийство. Все, суд построим, сразу же судим его. Все, я больше не существую, я буду теперь. Ты подашь, короче, заявку эту? Как я подам, я сдох. Ну ты ожил как-то. Зачем я должен приучать попугаев? Зачем? Он не хочет. Печеньки. То, что он нардим, подожди. То, что ты уверен? Все, я иду домой, ребят. А тебя там не ждут, как бы. Ладно. Ну и ладно. Иди сюда. А в аду можно поспать? Иди сюда. Нет, на полной поставь кровать. Дайте мне кровать, я в аду буду спать. Асумые. А, там же... Там Аллах Баба. Что я сейчас за шлепок был? Бака. Что за бака? Собака, блин. Я сюда пришел. Ты он не... Вот неблагодарная тварь, я ему дала уже сколько этих семечек? Дала, сколько ему ты дала? Он не хочет. У меня бы тебя лопата сломалась. Вот так же и с людьми. У меня вторая есть вообще-то, я тебе жив. Вот так же и с людьми, понимаешь? Вот ты ему всё даёшь. Он дала ему, а он неблагодарный, да? А он неблагодарная тварь, оказывается. Почему вы одновременно говорите неблагодарный? Дим, ну ты и свинка. Знаешь, это как какие-то бабки. Да. Пацаны, я сейчас сделаю глобрюк. Дала тебе, а ты неблагодарна. Ну, блин, вот, бывает. Вот, а ты бросил ее. Бывает. Ради кого? Бывает. Ради глобрюха. Ну и глобрюха, давайте ему. О, я нашел дорогу. И глобрюх это мой бро вообще. Все, я иду, я возвращаюсь, ребят. Как я могу глобрюха предать, скажи? Друзей на сиськи не меняют, как говорится. Я даже его бейбил. Братву. И назову его Саня. Потому Саня! Что он порядок. Куда кварц девать, ребят? Куда кварц? Кварц? Саня, это Саня, понимаешь? На, что я опять вам сделала? Нет, это... А? Мы только глобрюха так мы назвали. Что, мам? А? Мы только глобрюха так мы назвали. Серега кричит. Понял. Да, Саня, куда кварц положить? Короче, положи куда-нибудь. Я с вами. Фига, она тебя за ногу чуть не цапнула, ты вин. Ты чё, поехали ещё? Поехали. Нет, их надо так. У меня здесь всё. Я так не хавают. Видал. Ну-ка, сейчас маленький вылезет. Смотри, они только что эти лисята. Короче, ягодку. Я слышу, как они жуют ее. Я тоже слышу через тебя. У меня звуков в Майнкрафте нет, ха-ха. Лох. Отдай, пожалуйста, дерево, как я брат. Отдай! Нет, самые, наверное, новые вот эти мобы, лисят, кайны, лучше. Они хотя бы интерактивные. Их можно как настоящих животных держать. И они будут тебя радовать, Болор. Брум. Да, будут тебя радовать. Да, вот это хвата. Проветривать будет. Не, все, я сейчас вам помогу. Ой, я чуть не разбился. Сейчас, знаешь, нормально. Слушай, сколько тут блоков? Блин. Сейчас я вам дерево принесу, ё-моё. Может посмотреть потом моды какие-нибудь? Типа на мебель или да нет, какая мебель, ты чё, на ворота хотя бы не такое, чтобы типа здание было более типа большие такие ворота, мне кажется, прикольно было. Прикольно было бы, но не интересно на все. Ну ладно, я пойду еще дерево добуду. У меня только дуб есть. Что ж ты такой же дубовый? С алмазом, да, еще одно. Все, вот, держи. Просто. Давай, ударь меня, давай. Держи. Давай, нападай. Давай, убей меня, давай. А я выжил. Сейчас крапиву. Ебать, я вообще деревянный. Вот, я тебе дуб отдал весь свой, который. Спрус лок откуда?
Откуда у тебя спрос? Откуда я знаю? Ну да, откуда ты знаешь? Я клоун, понимаешь? А все, ночь, пацан, все. Все, я спать. Я беру. Baby tonight, I'm baby. Ой, я не знаю. Взяли заблокировать все. Я белый. Взяли заблокировать. Диметриус Джонс. Где? А, вот у него. Пацаны, дорога. Пацаны, дорога. Если все кирпичами застраиваете. Где вы? Где вы? Все, пойдемте спать. Кто рядом? Ой, не так кровать. Кто рядом? Не с кем? Так кровать. Все, я так. Все. Кто тебе пацаны, Серега? Ложитесь, я вас, короче, всех заскриню. Серега. Пацаны, Серега. Серега умер. Серега. Ты че? Вова, посмотри на моего глобрюху, наверни вот. Чекай. Можно мне посмотреть? Ты что? Нет! Нет! Надо так играть. Давай мне иглобрюхами. Смотри, смотри. Смотри, давай иглобрюхами стукнемся. Подожди, давай. Три, два. Ой, там зомби, я пойду зомби убей. Ладно. Три, два. Ооо. Блин, как знаешь, это жизнь бы тупо выглядела. Два мужика стоит и держит иглобрюха и палец сюда. Леща. Они купаются. Это что за лаги? Непонятно. Какие лаги? Ты лагерь фит? Лагерь фит? Ты куда в шахту пошла? Мистик. А, тут мы держали этого, бомжи этого. Кого? Панду. Зомби? Опа, зомби. О, стойте, стойте, пацаны. Я его киркой бью, ну ладно. Давайте пандам гнилую плоть кинем. Давай, кидай. Нифига вы их размножаете, дядя. Да что вот, смотри, малой катается по земле. Понимаете, мы их, малой, мы их просто так не убьем, дядя. О, я смогу их убить, я возьму на себя такую ношу. Вон там четыре больших, два смотри, малых. Смотри, кстати, смотрите, они, короче, хавают. Нам надо либо увеличивать все это пространство будет. Потом увеличим. Смотри, они хавают, короче, эту ягоду. Снова их. Причем они хавают, когда хотят. Смотри, а, нет, ухожу. Там крипер. Крипер прекрасный, да. Но я умею убивать их. Диме не давай эту работу, он даун. Отходи. Он на меня сагрился. Овечка, Джеб. Как дела? Чё ты смотришь? Час в сторону. Знаете, тоже гнилую плоть. Отвлекайся. Голубая луна, голубая. Катится. Кто? Катится. Кто голубой вагон? Топчусь по Вовиной кровати. Какая из них? Давай, угадай. Красная. Ты уверен? А. Ты уверен? Ты клоун? Ты уверен? Серегина серая. У, уверенность. На этой спит клоун. Ты на белый, значит, слышишь? Ты чё, дядь? Ну иди тогда с кровати. Чего вы строите? Дядя, клоунейд. Смотри, просто выпишем. Замолчи. Смотри, спрыгни один раз на кровать. Ты отпрыгиваешь? Нифига себе, вау. По статистике все клоуны. Нифига, реально я отпрыгиваю. Смотрите, крутое спускание. Давай, мочи и спускание. Ты сейчас... Крою убийство. Ну все, тебя будем судить потом. Ну ладно. Ты подашь заявку, короче, чтобы посудили меня. Вова, Вов, меня к вам... Даже не возрождай. Сани. Я, правда, еще мертвый, но. Считайте, что я с неба прям вещами. Да? Зомби, сзади зомби Вова. Нифига ты. Ты как Бруно Бочеласи, который уже ушел на небеса и
Ребята, ребята, смотрите, кто у меня есть. Ай-яй-яй. Понимаешь, шанс того, что запомнится, буквально меньше процента. Кто? Даже меньше десятого. Маленький зомби на курице. Маленький зомби на курице. Маленький. Я скринивал. Я рядом. Давай, я скринь. Скриншот. Я сделал уже все, шикарно. Попробуй, короче, спрыгнуть, и он полетит, может быть, я еще этот... Аккуратно. Как аккуратно. Минус один. Возродите эту дурочку. Да, наверное. Да, я умерла. Дурочку эту возродите. И меня тоже возродите, господи. Вы не можете сами, ну вы мясо.